Там же много битв. Какая вам запомнилась? Только две помню. Бритесь легендарная Гара против Рок Ли. А вторая, она, Пагвар, кукловодная, так говорит? Канкура. Да. Канкура дрался с каким-то ниндзя, у которого вот такие, короче, бескостные ниндзя, что-то хотел сделать удушающее, а у Канкура там кукла сзади. Хвачат! И вот это я помню только две. Мин Шалман, по идее. Мин 91-й шалман. Я давно смотрел, так что, если что, напоминайте. Прикольно то, что все остальные, чтобы подраться, типа, лицом к лицу, Канкура. Это не я, это кукла несла, понимаешь? Но у Канкура просто подготовка мощная. Да, он же по-любому дома сидит, типа, иглами захуя. Не, прикольно то, что я вот, ты Канкура, оказывается, ну как персонаж, ебать красивый. Но я не в эту тему. Я не в эту тему! Ну типа, он всегда в этом капюшоне ходил. А ты говоришь мне Хаку. Ниндзя звуки боялся, Канкура красивый. Что ты с ним...